Опыт в ставках более 5 лет. Проходимость более 90%. Ежедневные бесплатные прогнозы от профессиональной команды. Лайв-марафоны и VIP-ставки. Начни зарабатывать правильно. Прямо сейчас вместе со Спортрейд. Который 5 мячей своих забил уже в этом сезоне. Ну, правда, Шибер забил 6. И который вот на этой неделе, ну, сначала в стартовом составе перестал Калу появляться, а вот в двух последних матчах, а это автогол. А кто в чем помочь, это называется. Нет, прошу прощения, это не Бен Хатира, это Брукс. Джон Энтони Брукс. Подача Фоланда. И что тут он хотел сделать, я не знаю. Но вообще, на самом деле, конечно, там набегал игрок Хоффенхайма. И было... если все равно гол состоялся. Ну, продолжает Хоффенхайм пока атаковать. Шиплок падает. И пенальти. Ну, смотрите, вот за 2 минуты разваливается игра для Герты. Продолжается. Брукс... Ну, на этом повторе не очень хорошо видно, насколько сильно по ноге ударил Брукс Шиплока. Дело в том, что, принимая мяч, он далеко его от себя отпустил. А здесь вообще судья реагировал, возможно, на само движение. Ну, что Салихович забьет пенальти, можно было не сомневаться. 2-0. Это в зоне. И 4-й гол в ворота берлинской Герты. Почти по центру пробил Салихович, но он, может быть, по-разному увидел уже движение вратаря, который пытался гадать. Как тогда Брукс недоуменно смотрел на арбитра. Здесь против Андреаса Бека играет Нико Шульц. Ну и похоже, действительно попадает ему по ноге, сзади по ахиллу. Главное, что не сильно. И что поделаешь. Снова Салихович у мяча. И теперь наоборот не пытается гадать Крафт, а стоит на месте. Влетел в ворота Салихович. Уложил его, я не сказал бы, что в самый угол, ну, где-то метрах в полутора от вратаря мяч пролетел. Достаточно сильным был удар, шел из доверия. Ну, здесь теперь понятно, что будут зоны свободные. Атака Хоффенхайма, положения вне игры нет, и забивает Свен Шиплок свой, кстати, первый гол в этом чемпионате. И в другой ситуации забил бы наверняка, но дать возможность и нападающему своему почувствовать вкус гола тоже важно. Правда, перед зимней паузой, правда, он этот вкус, возможно, забудет к началу февраля, когда у Хоффенхайма первый матч. Но один гол у Шиплока все-таки есть. А Роберт Фермино голевая передача. Офсайда там не было ни в первом случае, ни во втором. Повторы в этом убедили. 4-0 в пользу Хоши, ставив ворота пустыми. И причем вот он когда туда шел, было видно, что у него нет никаких шансов поучаствовать в этой борьбе. Но благо защитник удачно сыграл. Ну а это тут уже наматывает соперников одного за другим. Роберт Фермино. Ну, Руди, Себастьян Руди, вышедший на замену, забивает гол. 5-0 для Руди, это второй. Вот здесь, да, одного обыграл, второго куда-то там еще шел, мяч потерял. Ну, потерял и потерял, ладно, и решил, что уже все. Из офсайда можно не выходить, но что тут стали делать защитники Герты? Это не защитник, это полузащитник. Бывший капитан берлинцев Петр Немайер. Он взял этот мяч, пошел назад в свою штрафную, доставил мяч Роберту Фермино.